Такими бывают последствия беспечного отношения водителей к правилам безопасной перевозки детей. Печальные цифры статистики говорят о том, что сегодня эта тема требует повышенного внимания органов государственной власти и широкой общественности. Обсудили ее на пресс-конференции, которую провели сотрудники Щелковской госавтоинспекции. Что касаемо 2023 года, было 20 пострадавших, и самые распространенные – это были наезды на пешеходов у нас. Было 13 наездов на пешеходов. Всего же по итогам прошедшего года на территории оперативного обслуживания отдела Щелковской госавтоинспекции зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. К счастью, погибших нет. Сотрудники напомнили, что штатные системы безопасности автомобиля не рассчитаны на защиту маленьких пассажиров, и рассказали, какими бывают детские удерживающие системы и как правильно их выбрать. Также участникам раздали светоотражающие элементы, которые помогут их детям быть заметными для водителей в темное время суток. Такие мероприятия в регионе проводятся в рамках социального раунда «Маленький пассажир. Большая ответственность». Одним из главных его инструментов выбрана серия тематических мультимедийных видеороликов, поднимающих вопросы нравственности и ответственности взрослого перед ребенком. Потому что любовь – это прежде всего ответственность. Виктория Мельник, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.